Красота-то какая! Блин, а что там летит такое? Так далеко и такое большое не рассмотреть. А там что за птица? Так далеко ничего не видно. Непонятно, не рассмотреть. Не, не видно. Аист и лебедь, чем он там занимается? Вот бы сейчас бинокль. Да, красиво тут. Буду здесь частенько гулять. Ладно, поеду. Так, надо срочно найти где-то бинокль. Ас, Арс, у тебя бинокля где-нибудь здесь нету? Арс, слышишь меня? Слышу, конечно. Откуда у меня бинокль и зачем он тебе вообще? Да мне очень нужен, прям очень. Ты чё, за кем подсматривать собрался? За кем? За птицами. Я видел таких птиц, больших, красивых, только не понял, кто это. Да ну, больших? Я тоже хочу, давай в интернет-магазине посмотрим. Ладно, пошли ко мне на комп. Так, бинокль. Вот этот классный, и вот этот. Кто же, ты себе бери бинокль, а мне монокль. Окей, сейчас закажу. Готово. Я еще доставку премиум заказал. Через 20 минут доставят. О, кайф, сегодня поедем, посмотрим. Арс, сюда скорее, доставили. Да ну уже. Так, это твой монокль тебе, а бинокль мне. Давай пока что твое рассмотрим. High quality, высокое качество. Еще в такой сумочке. Вау, какой он крутой. Еще и тряпочки, чтобы протереть стекло. Давай-ка протестишь. Я тебе книгу открою, ты прочитаешь, что там будет написано. Ну-ка, протрем все. Вау, как видно! Плачут горькими слезами Тетерев и Белочка. Не знают, как куницу прогнать. Не, фигня, буквы большущие. Нужно дальше ставить. Вот это класс, давай теперь мой монокль протестим. Ух ты, как видно, классно. Все, Сеня, давай теперь твой монокль посмотрим. Он в таком мешочке. Ну правильно, чехол, чтобы не побился. Ой-ой-ой, тут 12-кратное увеличение? Это же я теперь все видеть смогу. Ой-ой-ой, вот это буквы гигантские. Я все-все вижу. Ладно, давай тогда время не терять. Поехали смотреть на животных. Поехали. Пойдем быстрее, Арсений. Только помоги мне кладик выкатить. Хорошо. Я сзади буду толкать, а ты рули. Все, окей, садись, а я за шлемом, мы поехали. Да, давай скорее. Не понял, куда это мы собрались, а? Газон-то не выкашен? Блин, е-мое, папа, и этот газон. Пап, забыли, мы вечером выкосим. Не-не-не-не-не-не-не, так не пойдет. Вот вечером и поедете, а сейчас вперед косить. А вот это вот, ключики, пока у меня побудут. Раз и два. Все. А вы давайте, бегом, косить газон. Блин, походу не получится сегодня никуда поехать. Сначала газон, потом папа еще что-нибудь придумает. Это точно, у него одним делом не заканчивается. Ладно, пошли косить. Так, пошли уже косить, ладно. Фу.
все? В жизни не найду. Нормально. Тут пока полежит. Все, Арс, я уже все покосил. Я тоже. Поехали. Пошли, только у папы ключи сначала заберем. Пап, пап, мы все покосили. Покосили все, давай нам ключики быстренько. Не, покосили нормально. Но раз вы все дома, надо еще забор помыть весь с керхера. Папа, так ты что, это же до утра следующего мыть. Когда мы поедем покататься? Ну сделайте и поедете. Значит, завтра с утра поедете. Я так и знал. Бери керхер, пошли. Да, беру. Я придумал, как найти ключи. И как, интересно, ты найдешь эти ключи? Сейчас я быстренько ударю по мотоциклу, чтобы сработала сигнализация. А чтобы его выключить, папа должен достать ключи. Точно, мы в это время посмотрим в бинокль, где они лежат. Да, пошли. Чё-то сигналка на этом моцике постоянно морозит, а? Ё-моё, где ключи? Ну и звук бесящий. Положил плохо, тут что, надавило? Все, пусть лежит. Отлично, все видно. На стеллаже на верхней полке. Арс, пошли! Все, пойдем, Арсений. Пошли. Я куда это мы собрались? Почему забор не моем? Что это такое? Да, идем как раз мыть, мы просто переодевали кроссовки. Ну ладно, ты давай иди мой, а ты, Арсений, со мной. Пошли, пошли, басик будешь. Папа, так там Саша не справится за день, может я ему помогать буду. Давай, давай, жаришка такая, я хочу искупаться, а там все в мухах и грязь плавает. Так вода холодная. Так, где-то здесь их папа положил. Это Арсенины. Вот мы, у Арсения не получится поехать, он с папой. А мне нужно по-тихенькому уезжать. Заводиться здесь нельзя, так что нужно аккуратно его выкатить. И заводиться, и быстро уезжать. Теперь-то у меня есть чем. О, это аист. Тебе лягушек ловит, что ли?